¿Llegaste hace poco? Надо вздремнуть. Совсем немного. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Ты Хван Бо? 그래, 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. Да не пизди. Как ты сюда попал? 야, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해도 없어. Дай-ка я поведу. Думаешь, я слепая или глухая? Завали пасть, а то пуля... Потом поговорим. Завали пасть, а то пуля влетит. Thank you.
Если бы не я, твоей шкурой уже дверь бы обили.넌 별명 같은 거 없어? 네. Ладно, мы на месте. Вылезай. 야, 잠깐만. 아, 근데 저 새끼를 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Реджи наняла их напрямую и лично всех проверила. 알았어, 알았다고. 아, 내 새끼잖아. 그리고. Добро пожаловать в реальный мир. Безупречная работа. Хван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеной Львицей. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Это мираж? Голограмма? Нет, друзья мои, это ясное безоблачное небо.
Приветик. Ага, крошка. Так бы и глядел. Но я занят. Все наладится. Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Заказ номер 48. Сейчас проверю. 48. Точно? Там целая коробка... Да-да, 48, точно. А я думал, монахи воздерживаются от земных удовольствий. Конечно. Это для друга. Не продается. Вали, а то покупатели. Я тебя не знаю. Отвяжись. Это как получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить себе какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Вида? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня амелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, еще один демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Есть что крутое на продажу? Да, если тебе это по карману.
Привет. Когда следующая поставка? Это что? Через два дня. Собирать тыкву. А вы чего хотели? Мы в Кабуке, а не в Норд-Уолке. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Давайте без скандала. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха. 15% скинешь? Возьму.
Эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, ладно, по рукам. Видели эту женщину? Я здесь продаю еду и хочу продолжать в том же духе. Больше мне сказать нечего. Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать. Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. О, я-то верю. А вот они. Знаешь, что они делают с теми, кто умрет? Вырезают все импланты начисто. А иногда и чего похуже. Ладно, ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. お前もそんとくだけで動くんだろう。 Все нормально?
Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Ты связалась не с теми людьми. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды! Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город! Что будешь делать дальше, Анна? Ха, а тебе какая печаль! Я тебе кто? Подружка? Дело я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная. Думаю, больше говорить не о чем. Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Thank you.
Я в порядке. Группам полиции. У нас сообщение о преступной активности на Мартин-стрит. Обнаружены члены группировки Мальстрём. Среди них замечен Кайзер Херцог по кличке Херу. Был осужден за работу рипером без лицензии и приговорен к смертной казни за убийство первой степени. Властями города назначена награда за устранение Херцога и его подельников из Мальстрёма. Расслабились!
полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Голдсмит-стрит. Замечена группа мусорщиков во главе с Барри Алкином, который разыскивается за убийство первой степени и нелегальную торговлю имплантами. Властями города назначено вознаграждение за устранение Алкина и его подельников.